Вот так вот, да. Так надо, чтобы я дальше был. Хип. Он нас просто взрывает, да. Нет, он не пройдем, я вспомнил, что. Так, всем добро пожаловать на вторую часть прохождения такой игры, как Ori. В прошлой серии я забыл включить камеру. Как бы думал все время, что я играю с камерой. В общем, без камеры, ладно. Это не важно. В общем, не забываем, ссылка на DS в описании, TikTok также в описании. Что мы приступаем к видео. Короче, в прошлой серии мы тут все обыскали, получили такой навык, типа, то есть получили навык карабкания по стенам, плюс еще получили навык, который мы можем отбиваться от врагов. Вот, следующее, в общем, мы проходим, вот у нас тоже есть тут указатель, верхние трясины, долина ветра. Нам надо верхние, верховые трясины верхние. Так. Но берегись, Ори, земля здесь непрочная. Короче, вот это что тут земля непрочная, это пофиг, типа. То есть, как минимум, тут просто мы потом найдем умение. Благодаря этому умению сможем разбивать такую землю. Ну, или же. Смотрите, что надо сделать. Вот, поняли? То есть, я забыл, что можно так сделать. Вот, и смотрите. Все. Мы как бы попали в секретную комнату, так скажем. Вот, благодаря собаке. То есть такие мувы тут тоже есть. Нам надо вверх, но мы можем вниз открыть полностью, как бы все. И как бы да. Оп. РТ. Оп, сюда. Вот мы опускаем. Короче, вот эту фигню. Можно либо вот так бить, либо ты потом находишь навык. Мы точнее потом найдем навык. И потом будет дэмэджа больше, и мы тогда его разбиваем. Она дает нам тоже, по-моему, ману. Вот. Так. Это потом мы открываем. Ну, пока давайте сюда пойдем. И вот тут у нас... Так, мы нашли большой сосуд духовной энергии. Теперь мы можем качнуть дальше. Всякие умения. Так, зажечь вновь. Повторно использовать духовную связь. Вот это можно качнуть, начать. Потом уже позволяет видеть большинство ячеек. Увеличить радиус действия усиленного пламени. Это то, что мы получим потом. Так, зажечь вновь, да. То есть нам... Мы сможем x2 типа лутаться. То есть мы юзаем вот этот портал. И оно быстро восстанавливается. И еще раз юзаем типа. Вроде так, честно говоря, я чуть-чуть не особо понял, когда проходил этот. Вроде оно так и действует. Так, ну что, нам туда сюда вниз надо. О, древо духов. Следующее умение. Дух Анна, погибший здесь, был силен и смел. Прислушайся к его голосу. Он смог сосредоточиться на ваш свет. То есть вот это нам дает теперь взрыв, вот этот, типа сильную энергию подать, вот так вот. Удерживайте X, и тогда у нас теряется очко маны, но в итоге, точнее, очко энергии. А в итоге мы можем проходить сквозь такие стены. Вот, и да. Мы можем также вот тут вот сделать вот так вот. А, нет, это нам эссенцию дает, что-то я думал, что этот ману. А теперь идем за кристалликами энергии. Пускай будет мана, мне проще мана говорить, по сути, оно так и есть. Наверное. Вот, мы разбиваем это вот гнездо. Хотя, в принципе, нам-то и нету смысла особо его разбивать, но зачем? Если мы можем потом, типа, это сделать, оно нам-то и не надо. Мы и так можем сюда и вылезти наверх и пойти дальше. Ну да, наверное, так и сделаем. Типа, смысла разбивать это гнездо у нас нету. Так. У нас подождите, там есть какой-то проход. Так, ну туда мы сможем добраться после определения определенного покупки навыка. Типа. Открытие навыка, не покупки, а открытие. Смотрите, как можно еще атаковать. И они нам, ну, они не стреляют, они просто, если к ним подойти, то вот они наносят дэмэдж, они превращают в таких маленьких таких животных и ну, все. Так, разбили. У нас. А вот сердце вроде как. А, нет, это камень. Я мой, какое сердце? Сердце у нас даже будет к сердцу еще долго проходить. Нам надо сюда. Это мы потом сделаем. Нам надо сначала открыть локацию, потому что тут еще надо получить дополнительный навык. О, стоп. Есть. Сейчас мы еще вот так вот сделаем. Отлично. Так, ну это мы туда пойдем прямо. А нам надо вниз. Вниз. Вроде по этой. О, найс. Так, еще. Вот это я рассчитал все четко.
А вот и этот шарик, который мы тогда видели с той стороны. Так, это добавляет нам еще одно, этот, еще один кружочек маны. Так, оп. Чуть не упали, тихо. Ори, ори, не падай, не падай, ори, ори. Ух, да, ты что, на краплях, прям на краплях. Так, нам бы сохраниться было бы приятно, наверное, тут. Ну да. Так, стоп, что у нас? А, так мы все равно направляемся. А, стоп, у нас еще цветное очко обучения. Это я провтыкал, так. Ой, тихо. Я забыл, что тут эти колючки. Так, это потом. Ой, вот этот противный. Мне не нравится, типа он. Чувачок, что внизу. Так, хорошо, все. Блин, жаль, что это типа не этот не сохранение. Ай, Ори, ну что ж ты делаешь, а? Так, хорошо. Ставим вот эту ячейку. Ай, так, что можем качнуть? Что это дает? Позволяет видеть. Ага, большинство собираемых предметов, создание источника духовной силы устанавливает одну ячейку жизни. Кстати, что довольно-таки было бы прикольно, потому что дальше у нас жизни будет меньше. Мы будем получать. Поток усиленного пламени увеличить радиус действия сильного пламени, повышает над ними урон. Кстати, что как бы можно было бы, но, наверное, одну ячейку жизни восстановим сначала. Потому что дальше жизни будет меньше и будет сложнее проходить. То есть мы будем ставить этот портал, и он да будет нам давать дополнительные умения. Так, тут уже какие-то вулканические мобы появляются. Угу. Ой, это что такое? Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Все, есть. Так, а я что-то... Нет, тут изменили что-то его по-любому, потому что как минимум качество картинки стало какое-то другое, типа. То есть... Ну, может, мне кажется, но может оно так и есть. Так, это, конечно, хорошо, но... Я бы так... Ну ладно, идем пока вверх. Каменный вот этот тип. Он нас просто взрывает. Так, а что я там не ставил, да, наверное, портал? Ну да. Раз я тут возродился, значит, я там не ставил портал. Вот так вот, да. Так, он надо, чтобы я дальше был. И все. Вот, теперь тут лазер. Вот это мы уже вроде не пройдем. Или пройдем оно. Нет, там не пройдем, я вспомнил, что там же надо еще умение. То есть, короче, тут ты можешь без умений проходить дальше до определенных моментов. Так, а если подождите. Тут вниз можно спрыгнуть и получить вот эту карточку. Теперь можно. Вот... Да, фрагмент, теперь надо каменную карту найти. Вот это я не знаю где. Так, это с той стороны, а с той стороны нам надо... Так, сначала, подожди, сначала сюда. Да, вот как раз я хотел сюда, и мы пойдем сюда. Подожди, или каменная карточка тут? Вот, сюда нам надо. Так, тихо. А вот каменная карточка, точно. Так, я открываю, что дальше? Ага. Окей, 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 так. Пускай будет, мы тут пока поисследуем. Ой. Да, кстати, тоже так можно делать. Эх, не допрыгнул, ладно, давай сохранение. Как он больно бьет. Им сделали типа этот... То есть они вроде одинаковый моб, один и тот же самый, но добавили какое-то пламя, типа, то есть они как бы стоят уже чуть другие. Хотя по факту это одни и те же самые, но... Этот камень, по сути, можно туда потащить назад. И мы можем, наверное, забраться. Так. X. Мы сохранились, восстановили себе хп. Y, а теперь смотри, как можем мы телепортироваться. Так, приблизить. И мы можем тут находить всякие порталы и как бы вот, да. И переместиться сюда.
И мы можем тут исследовать, потому что тут мы еще что-то не могли карабкаться, а теперь можем исследовать. Ори, я узнаю эту статую, мне она уже попадалась. Что это за статуя? А, они нашли дом. Это буйвол чисто. Ох, нифига себе. А вот этого я не помню, кстати, я не находил. Это вроде бы как. А, подожди, то есть этот буйвол, это как бы дитя любит, что любит наш свет. Это буйвол, ну короче, вот этот буйвол, это отец его матери, получается. Я помню их много лет назад, когда древо духа было еще ростком. Хэппи юная присматривала за нами, когда могла. Блин, прикольно, слушай. Я это даже не замечал. О. А, кстати, прикол в том, что я это открывал, а вот это не замечал. Интересно, интересно, можешь, не знаю, провтыкал. Ладно, хорошо, X сохранится. Точнее, можно было Y сначала тэпнуться. Оп, и все. Так, вот так, вот такой у нас телепорт. А чтобы наверх, нам надо этот камень назад затащить. Сейчас подождем. Вот эту крутящуюся фиговину. И мой Ори настолько силен, что он чисто с камнем туда-сюда двигается, ему все равно. Еще такое ощущение, как будто это не камень, а... Ну, точнее, не валун, а какая-то другая фиговина. Во. Так, тихо. О, нормально, дополнительный риск. Так, сохраняемся, в любом случае. Пока Ори нес свет и надежду всем в лесу. Точнее, ну, всему лесу, неважно. Другие сдались, приняли тьму и страх. О, это паучок потом нам будет помогать. Гуман из руин Флора. Надо догнать его и отобрать то, что он украл. Так, найдите, верните водяную фигню. Водяную жилу. Так, без водяной жилы дерево гнезд останется закрытым. А, ну стой. Смотри на него. Ну, о, найс. А, ну да, смысл нам с этого, если как бы нам надо все равно вовнутрь зайти. Так, тут надо аккуратно, тут надо вот так. Вот так, да. Ой, а ты что? Ты что забыл? Вот так вот. О, нам очко умений дали. Плюс, кстати, каждый уровень очка умений добавляет нам... ПП восстанавливает очень полностью. Так. Половина снижает расход энергии на использование усиленного пламени. Ресурсы жизни выполняются в два раза быстрее. Больше... А, не вот. Позволяет видеть на карте больше предметов. Увеличивает этот радиус. Нужно больше предметов. Потихоньку будем докончать. Вопрос такой. Кто проходил Ори или знает? Вот это что такое? Это типа сколько нашло? Да? Типа статистика. Вот это сколько всего нашло? Сколько умерли, да? То есть, хорошо. А мировые события? Что они нам дают? Вот кто знает, типа... Так, паучок. Смотри на него. Он прыгает, как ни в чем не бывало. Короче, вот тут тактика. Тут чисто головоломочка такая. Головоломка язычная. Смотрите, в чем прикол этой головоломки. Нам надо... Вот так сначала. Оно открывается. Теперь вот так, оно открывается. Теперь вот так. Оно открывается. И теперь вот так. Ну... И она открывается, все. Изи. Изи тема, кстати, реально изи. И довольно прикольная. Для меня первый раз, когда проходил, то надо было подумать чуток. Так, лунная пещера. О. Хорошо, что я сохранился. Отлично. Так, тут надо сейчас аккуратно. Теперь наверх. Отлично. Еще раз наверх. Отлично. Ну, кайф. Ну, пока мы не разберемся, потому что в игре, ну, двойной прыжок тут как бы неотъемлемая часть игры. Тут пока у нас рывок не откроется. Ну, понятно, короче. Это, ну, типа, я не знаю. Короче, от той фиговины зависит жизнь леса и этого паучка. Он такой, ну,
А почему бы не выкинуть, ну типа? Ну ж, ну как бы не надо. Ну это жестко. О, вот мы можем открыть эту дверьку. И пройти вот сюда. Без двойного прыжка, там без всяких рывков. И вот он нас подставил, короче, ну понятно. И то есть мы падаем в самый низ. Кокорик, кстати, не разбился. Так. Умная пещера. Что мы пока пройти не можем. Кстати, смотрите, как детализация водички сделана. Мне вообще кайф приносит. Типа. Тут вообще как сделано, не знаю. Но кайф приносит. Оп. Тихо. Тихо, тихо, тихо. О! Хорошо. Так, ждем, ждем. Не спешим. И вот так. А теперь вот так. Разок попал, у нас ничего страшного. Ой. Короче, тут надо делать вот так все. Только у меня нет маны. Надо бегать. Йо. Он будет под тобой, ты просто отходишь и желательно. Желательно как преодолеть этого босса. Я думаю, вы поняли механику игры. Он под вами спавнится, прыгает, вы прыгаете сюда под него. И просто, ну точнее под ним пробегаете, и все. И вот так вот босс выигран. Настроилась такая дверь. Нам дает дополнительный ключ. И... Оп. Вот, на этих денег нам просто вперед надо. Теперь нам надо сюда, потому что есть вот эта эссенция. Чуть-чуть будем тут. Теперь сюда. И теперь сюда. И вот, духовная связь готова. Опять эта собака. Я говорил, что процентов 80 игры. Если, конечно, 90, будут чисто одни собаки преследовать нас. Это как бы... Да. Так, тут аккуратно надо так прыгать. Теперь брать ключик. И вот так, да. Чуть не попался под этот, под шипы. На шипы, по-моему, шотают. Теперь открываем духовные двери. Портал. Идем дальше. Так, тут нам можно перепрыгнуть вот так. Вот вовремя я успелся за этот. Это все уничтожаем, а нам оно дает дополнительную энергию. Сделает. И у нас духовное третье древо духовности. Духовное древо предков. Здесь покоил Лера. Она наносила по воздуху, а наносилась по воздуху как легкая и ловкая, что там того. Сейчас посмотрим. Опа, теперь у нас двойной прыжок просто открылся. И теперь мы можем добираться туда, куда не могли ранее добраться. Так, и теперь... О, духовная связь открыта. А ты откуда там прыгнул? Нет. Вот и все. Так, сохранение. Теперь увеличить. Так, ресурс мы восполнили в 2 раза больше человек жизни. Расход энергии используют сильно мало пламени. Вот это вот сначала качнем, потому что дальше уже враги будут сильнее, и как бы нам вот эти вот всякие ресурсы, восполняющие в x2 раз. Так, тут надо прям аккуратненько, вот так, все. Теперь эта фигня, кстати, эту фигню можно вообще, по идее, туда, в наши выкинуть. Вот так вот. И все. И вот эта ячеечка. Наконец-то нам дали четвертую ячеечку. Мы на... Так, теперь мы прыгаем вниз, потому что дальше нам, в принципе, да, нету куда идти, там просто, ну, физически нельзя, потому что там уже ничего нету. Так, ну тут, по сути, у нас уже ничего. Теперь нам вот сюда надо взобраться, потому что тут есть эссенция опыта. И вот так на следующую эссенцию перепрыгиваем.
Да, теперь вот это вот разбиваем. Оно что-то мало, да, дает нам эссенции. Я чуть всегда думал, что нам больше дает ускорение, типа. С рывком в воздухе, так. Так, а ну-ка, подожди. У нас, я наблюдаю, он дополнительную эссенцию. И мы ее заберем, конечно же. И возьмем вот ту дополнительную энергию, ой, дополнительные жизни, типа. Они нам очень пригодятся, то есть нам надо как минимум это обыскивать каждый уголочек. Только подожди, что-то я не туда пошел, мне кажется. Ну да, я что-то уже не в ту сторону пошел, но он. А не, в ту сторону. Хорошо, пускай паучок пока там будет, мы тут сохранимся. Она нам не помешает. Там надо еще там умение. Да, там отсюда надо запрыгивать, короче. Значит, там свои есть моменты. Так вот, мы собрали эссенцию. И, ой, успели, на крополях успели. Так, у нас внизу, что у нас тут? Найс. Подожди, сейчас мы еще... О, тут еще летучие мыши, я только сейчас заметил. То есть вот я какой? Второй раз вроде прохожу. И она покатилась. Она сейчас так сделает. Короче, теперь нам надо там закрыть. И там, чтобы закрыть, нам надо еще одна ячейка маны. Нам надо вот это вот собрать. Сразу же тут сидим. А теперь сюда. И теперь мы вот так делаем. Вот этот камешек сюда кидаем. Он нам закрывает вот эту фигню. И мы вот это вот с той стороны можно скинуть вниз. Все. Все, этот камень, в принципе, подвинуть нельзя. Нам надо дойти до рычажка, типа. Там есть рычажок. Да ё-моё, как так получилось? Так, короче, нам надо было пройти. Наконец-то, так. Нам надо сюда вниз. Пиловину кинуть. Ой. Чуть не этот, потому что нам бы пришлось все заново походить. А я не хочу. Наконец-то у нас эссенция плюс энергия. Теперь мы можем сохраниться, теперь мы можем... Все примерно будет поглощено автоматически. Половина снижает расход энергии. Увеличит радиус. Это так. Вот сюда качаем теперь. Потому что радиус, а дальше урон там довольно-таки даст нам преимущество в бою. И сюда. Хорошо, хорошо. Так, оп, сохранится. Так, теперь тут смотрите, как мы делаем. Так, если бы не камень, ну, если бы я не ударил бы, то я прошел бы идеально все. Ну, да. Можно и так. Можно и так. Можно и так. Можно и так. Ладно, чуть потеряли, типа, это так, ладно, хорошо. Теперь вот это вот качаем. Все, теперь у нас x2, то есть мы можем двоих противников уже убивать. Вот так. Короче, вы залазите в самый верх, раскальзываете, и в моменте, когда уходит вот эта вот фиговина, камень этот, вы прожимаете прыжок. Так, ну все, мы собрали, где мы были. Мы открыли то, что мы хотели. Мы можем сохраниться. Потому что не помню, зачем мы должны были его открыть. А мы должны были его открыть, что мы можем пролезть в него. Ну и все равно сохраниться, как бы... будет лишним. Забраться сюда, смотрите. Двойным прыжком не получится. Нужно вот так вот сюда залезть. И... все. Да.
Так, ну вот мы и попали в то место, мы видели с той стороны, да? Дополнительные очко жизни. Он сейчас сам себя, смотрите, оп, все, сам себя придавил. Блин, паучка тут сделали максимально глупым. Так, тут сейчас камни будут лететь. А мы можем... Ой. Так, а по-моему, если не ошибаюсь, у нас уже тут должно быть еще одно умение такое, как рывок. А чё, я не понимаю, откуда я там дэмэдж, куда было изи, еще не пройти. Изи, проходить это. А он чё нас боится? Так, ну, побежали к нему. Ори вселял доброту и надежду в его сердце. Понимаешь, ты чуть не разбил, он чуть не разбил эту фигню. Так, есть. Мы взяли водяную шалу. Помнишь, элемент воды покоится на вершине древа Гинзоу. Нужно вернуть воду туда, поспеши. Да, и знаешь, нам надо туда, типа. Ну тут, в принципе, внизу вон там надо обыскать. Ох, успел. Так, потихонечку. Откуда ты меч там выпал? Так. Ну, теперь еще идем вниз. Делаем еще одно сохранение. И теперь чисто наверх. Потому что фиговину надо уже доставать, когда мы очистим само дерево. Это здесь. Поэтому я не стал телепортироваться. Потому что я могу двойным прыжком, допустим, сюда запрыгнуть. И эссенцию вот это вот добрать. Так, теперь мы можем и сюда добраться. И получить тут эссенцию. Так, да, получить тут эссенцию. Ну, оп, найс. Мы поднесли, наверное, наконец-то жил. Это заказано. Так, используйте, чтобы войти, вошли. Древо Гинзо. Когда-то воды небели текли сквозь это древо, а теперь оно высохло и сгнило. Надо восстановить потоки и найти сердце Гинзо. Хорошо, сердце Гинзо мы найдем в следующей серии. В этой серии мы заканчиваем. На этом все, как бы, вторая серия подходит к концу. В общем, она была такая, наверное, длинненькая. Не забываем, у меня есть DS-сервер в описании, подписан на мой канал, на мой DS-сервер. Там вы будете знать о выходах новых видео раньше, чем остальные. Вот. И в целом, возможно, мне с вами играть какие-нибудь другие игры. А на этом все. Всем до новых встреч.